канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы традиционно оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, инвалидам, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей. В рамках благотворительной акции «Профсоюзы детям» увлекательный детский утренник, вечно зеленая красавица и море конкурсов, игр и подарков ожидали юных гостей торжества и их родителей. Пришли посмотреть представление, поводить хоровод с Дедом Морозом, подарочки получить вкусные. А вообще интересно здесь? Интересно, мы были в прошлом году, в этом году снова идем, ребенку нравится представление. Получать эмоции положительные, яркие, создавать ощущение праздника новогоднего. Занимательное представление под говорящим названием «Новогодний переполох» или «Тайна Карабаса-Барабаса», в котором было задействовано свыше 40 талантливых и одаренных артистов, увлекло гостей праздника с первых минут. Воспитанникам творческих коллективов «Ассортидов», «Гял» и «Ровесник» удалось погрузить зрительский зал в атмосферу новогодней феерии и волшебства. Главные сказочные герои спектакля на сцене ДК профсоюзов спасали праздник, который хотел омрачить злой Карабас-Барабас. Что с вами случилось? Кто вас в клетку посадил? Карабас-Барабас вернулся! Он хочет показать детям страшную сказку! Он закрыл волшебную дверь золотым ключиком! Дед Мороз не сможет к нам прийти! Карабас-Барабас увез сундук с подарками! Прощай, новогодний праздник! Давайте мы вспомним себя маленькими и сегодня, какие мы есть. Нам и сегодня сказки хочется. Более того, хочется сказать, что все мы любим подарки, когда нам дарят. Но я бы сказал еще больше. Дарить подарки, наверное, не менее приятно, чем их получать. Поэтому хочется и детям это пожелать, чтобы они дарили подарки. И маме, и папе, и братику, и сестричке, то ли хорошими оценками, то ли посуду помыли. В этом, наверное, и есть суть таких мероприятий. Бесспорно, каждая такая встреча – это незабываемое торжество с подарками и сюрпризами и для детей, и для родителей. Ведь нет большего счастья для любого взрослого, чем видеть счастливые глаза своего малыша и его лучезарную улыбку.